20 по 21 марта 2014 года в МНТК микрохирургии глаза имени академика Святослава Николаевича Федорова прошла 12-я международная научно-практическая конференция «Современные технологии лечения витро-ретинальной патологии». В конференции приняли участие около 800 специалистов из России, Казахстана, Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Армении, Украины, Германии и Италии. Конференцию открыл генеральный директор МНТК микрохирургии глаза имени академика Святослава Николаевича Федорова профессор Чухраев. В своем обращении Александр Михайлович поблагодарил ученых, на базе научных разработок которых достигнуты высокие результаты в офтальмологии, а также отметил, что современные высокотехнологичные операции не могут быть произведены без соответствующего высокотехнологичного оснащения. Я хотел бы от имени коллектива МНТК пожелать докладчикам удачных докладов, сообщений, всем участникам приятных, острых дискуссий. Уважаемые коллеги, позвольте нашу конференцию считать открытой. Счастья, успехов, добра, радости вам, всем вашим хирургам, всем членам бригады. С приветственным словом выступил заместитель генерального директора по научной работе профессор Малюгин. В торжественной обстановке он зачитал письмо председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Евгения Владимировича Рязанского с обращением к участникам и гостям конференции. В письме отмечено, что витро-ретинальная хирургия является блестящим примером поступательного развития технологий прогресса и современной медицинской науки. Самое главное для российского здравоохранения – это освоение и широкое внедрение передовой технологии, подготовка высококвалифицированных кадров. Это делает проводимую вами конференцию еще более значимой и полезной для ее участников. Желаю вам плодотворной дискуссии, интересных идей и успехов в вашей непростой профессии дарить людям зрение. С глубоким уважением, председатель комитета по социальной политике Валерий Владимирович Рязанский. Почетным гостем конференции была вдова основателя МНТК микрохирургии глаза Ирина Ефимовна Федорова. С благодарственной речью выступили гости конференции. Профессор Чезаре Фарлини из Италии и профессор Ван Фен из Китая. Традиционно в рамках конференции проходила выставка медицинского оборудования и продукции фармацевтических компаний. В ходе конференции освещены многочисленные аспекты современной офтальмологии. От фундаментальных исследований в патофизиологии офтальмологических заболеваний до самых современных инновационных методик витро-ретинальной хирургии и онкоофтальмологии. Со стороны МНТК в конференции приняли участие ведущие специалисты в области хирургии и научных исследований. Традиционным разделом конференции была живая хирургия. В режиме онлайн непосредственно из операционной транслировались сложнейшие операции. Оперировали хирурги из России, Украины и Германии. Продемонстрированы случаи лечения макулярного разрыва сетчатки, эпиретинального фиброза, пролиферативной диабетической ретинопатии, отслойки сетчатки. В живой хирургии приняли участие Зайка, Кожухов, Лыскин, Уманец, Шкворченко, Павлидис. Завершала конференция видеосессия с демонстрацией сложных и нестандартных случаев витро-ретинальной патологии. Спонсоры 12-й научной практической конференции «Современные технологии лечения витро-ретинальной патологии» и победители конкурса стендовых докладов были отмечены памятными призами и грамотами. За лучший стендовый доклад «Ценность микроперметрии как метода оценки эффективности лечения у пациентов с очень низкими зрительными функциями» был награжден врач-офтальмолог Дмитрий Буряков, соавтор.
Конференция дала уникальную возможность участникам из разных стран обменяться клиническим опытом и современными научными достижениями в области офтальмологии. Участниками и гостями конференции был отмечен высокий научно-практический уровень представленных докладов и дружественная атмосфера. Конференции такого рода, они нравятся прежде всего потому, что это то, чем ты занимаешься, что тебе нравится, и на том уровне, на котором они проходят, очень много интересного. Есть какие-то вещи общие, есть какие-то вещи конкретные. Если говорить в общем, то это тот дух ветеринарной хирургии, который я очень люблю, он здесь присутствует. Ваши конференции, они и так на очень высоком уровне и собирают большое количество людей со всей России, врачей самых разных специальностей, потому что тут вот ретинальная хирургия, и катарактальная хирургия, и федоровские чтения, где рассматриваются самые разные вопросы. Я хочу, чтобы эта планка высокая у вас так и была.